Пока бушует карантин, ну и в принципе уже вечер, нужно выгулять своих псов. Итак, кто готов гулять? Я, возьми меня, возьми меня. Кто сказал? Ты или ты? Или ты? Я, это я. Собирайтесь, пойдем. Луна неимоверно здоровенная. Итак, всем привет. С вами вновь я, Саша. У меня отгремел первый километр. И мчу в парк выгуливать своих псов. А вы их видели, новенькие на ногах. Так как я предыдущие свои тренировочные распилил, ну, чтобы посмотреть вообще, что с кроссовками происходит на 2000 километрах. Вот. Ну, соответственно, прикупил новье для того, чтобы беспрепятственно продолжать тренировки и постараться себя не травмировать. Надеюсь, что у меня офигенно получится. Уже чувствую разницу. Налево. Человек пропустите, налево. Я влево. Вот человек, оказывается. Вот в парке много людей. Люди выгуливают не только собак. Люди прогуливаются с людьми, с детьми, с техникой. Иногда встречаются бегуны-атлеты. Не знаю, для вас будет видно или нет. Вон там вон луна, и она подозрительно большая. Как будто бы смотрит на нас огромным взглядом и смотрит: Господи, земляне, что с вами? Это же всего лишь коронавирус. А вы сидите по домам, казалось бы. В общем, что еще можно сказать? Можно сказать, что они офигенно мягкие. Амортизируют мне стопы. Меньше бьется по коленкам. И так далее, и тому подобное. Очень все хорошо. Я доволен покупкой. Сегодня у меня такой recovery run небольшой. Вчера я пробежал 14,5. Сегодня 10 планирую. А там как пойдет. Кроссовки сами несут. На вечер было также запланировано что-нибудь из разряда ОФПшку поделать, какой-нибудь много подкачивающее и пресса подкачивающее. Вот. Буду держать в курсе, как говорится, свидимся трохи позже. Легенький подъемчик и дальше будем отдыхать на всяческие конструкции под луною.
гуляют, наверное, с собакой. Где-то собака, скорее всего, у них. Я тоже с собакой. Где-то отстает. Мои собаки за мной не поспевают. Так, в моем привычном маршруте встречается некоторое количество горочек. И не только. Одну из которых я вам сейчас продемонстрирую. Она 170. В принципе, виден градиент, как она наверх уходит. 170 метров. Самый кайф побегать какие-нибудь отрезки, поподкачивать ноги. Ничего не видать. Утки. Вот хороший подъемчик такой. Вот отрезочки у него поработали самый кайф. В том числе даже велосипед покрутить на нем самый кайф. Но велосипеда у меня нет. У меня есть ноги. И разного рода кроссовки. Вот так вот это вниз выглядит. И так вот наверх выглядит. Впереди забор. Церковь отгородили. Ну и все. Теперь вниз. Меняем маршрут. И убегаем немножко в другое направление. Накручивать километры. Кстати, здесь, чтобы вы понимали, можно недурственно натренировать сбегание с горы. Это тоже очень важная штука. Много раз заметил, когда бежишь что-нибудь связанное с трейлами, люди немножко все-таки побаиваются умчаться вниз, боятся там, ну, кувыркнуться, расшибиться и так далее. Поэтому спуски вниз тоже очень важно тренировать. Я не говорю, что я профессионал в этом деле. Другие говорят, что я профессионал в этом деле. А я не говорю. Но те, кто говорят, их тоже поискать надо. Их не так много. Как сейчас помню. Бегу я, значит, у подъездов. И там небольшой спуск. И ребята сидят, выпивают баварское пивцо. И вдогонку мне кричат: ничего, ты со спусков наваливаешь, молодец. А я прям так и развернулся, говорю. С тех пор я их больше не видел. Возле того подъезда. Возле других подъездов я и не пробегаю. Вероятно, они ушли тренироваться. И именно спуски тренировать. Потому что кому интересно просто так бегать? Вот, допустим, подъем в лестницу. Кому он интересен? Мне. Стадион неработающий. Обложили.
Осталось чуть-чуть. Сделаем небольшой кружочек здесь. Мои собаки, ну, уже подустали. Надо уже потихоньку закругляться и бежать к дому. Хорошо у нас в парке. В санаторно-курортном. Вот там какая-то темень внизу. Реки и болота. Москва готовится ко сну. Я тоже предпочитаю готовиться ко сну. А чтобы крепче спать, вечерняя пробежка с собаками. Прошу заметить. Она только подпитывает аппетит ко сну. Вот, вон там у нас основные вольеры. Люди ходят массово, гуляют с собаками. Вот кто-то даже не поспевает за своей собакой, поэтому предпочитает ездить на четырехколесном, все за своим четырехлапым другом. Вообще, в последнее время не только люди страдают от вирусов, но и деревья. Вот тому доказательство. Короедовирус поджидает дерева и приходится их тоже подлечивать. Такая вот штука. Кто-нибудь вообще в курсе, чего у него за кроссовки-то? Кого? Вы про кого говорите? Да. Всем известно, что лучший друг человека – это собака. А все почему? Потому что она в трудную минуту этого самого человека охраняет от вируса. Вирус просто боится к ней подойти. Во-первых, они в последнее время светятся, а во-вторых, лаются. Некоторые защитники иногда гуляют без намордников. Это вообще для вируса представляет особую опасность. Укусить же может. Ребята, мне, конечно, очень жаль. Но, к сожалению, моя пробежка с собаками подходит к концу. Маршруты заканчиваются. Я буду держать вас в курсе. В самое ближайшее время сделаю апдейт информации. Оставайтесь здоровыми, бодрыми духом. Держите нос по ветру. И хвост пистолетом. С вами был я, Саша. Подписывайтесь на канал. Ставьте на кон свои кроссовки и бегайте быстрее, чем я. Увидимся. До свидания. Вот и все.